такси дороги не дает. За три часа до Красноярска остановился пароход. Зачем, зачем он бросил якорь? Зачем котлах огонь пропал? Второй помощник капитана к себе на свадьбу не попал. Второй помощник капитана к себе на свадьбу не попал. Кораблик-барочка, 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 два островка. Его невеста в белом платье глядит на тополь во дворе. Она из Кинешмы далекой сюда приехала к сестре. Уже пришли, наверное, гости. Накрыла теща стол для них, но посредине Енисея на прочном якоре жених. Но посредине Енисея на прочном якоре жених. Кораблик-барочка, 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 два островка. Стоит туман над Енисеем, пути дороги не дает. О женихе своем пропавшем невеста горько слезы льет. Ты знай, невеста, знай, волжанка, небес тумана жив порой, но свято верь ты в сердце друга, и друг воротится домой.